Приехал на Ниццу, до той точки, где собираюсь ловить, доехать не получилось, потому что осенью дорогу перекопали. Сейчас нужно будет это расстояние пройти пешком, здесь где-то километра два, наверное. Сейчас середина ноября, а с погодой в этом году творится что-то непонятное. Последние две недели стояло высокое давление, дул устойчивый восточный ветер, было холодно. А сегодня такой день, когда обещают слом погоды, давление будет падать. Оно уже начало, в принципе, падать, хотя вот небо еще ясное, но сегодня обещают часов с 10, с 11 обильный снег. Ну и, как я уже сказал, падение давления. И вот сейчас тихо, немного дует, даже вот можно сказать, восточный ветер, а с обеда подует юго-западный и южный. Я собираюсь на точку, буду ловить щук. Я знаю точно, что в этой точке круглый год щука крутится, она там есть. И будет очень интересно как раз проэкспериментировать, будет ли она активна при такой погоде. Вот пока стояло высокое давление, щука была неактивна. Очень редко выходила, были редкие выходы. Вот несколько раз удалось в этом году жерлицами половить, но ничего серьезного не попалось. Вот сейчас резкий слом погоды, падение давления. Мне кажется, что можно рассчитывать на активизацию клева. Но это мои предположения. Как будет на самом деле, посмотрим. Осталось дойти до точки и выяснить. Сейчас здесь решил срезать немного участок, идти по траве тяжелее, но зато короче, примерно метров 500 я срезал. Кстати, вот в том году разгорелась дискуссия, что вообще проще, как проще носить свои вещи, либо брать сани, либо в рюкзаке. Вот я все-таки сторонник того, чтобы носить все в рюкзаке. Я вот для этого даже отказался от рыболовного ящика. В санях может быть проще вот по льду, и то, как мне кажется, более трудоемко. А если вот охота побыстрее дойти, то это нужен рюкзак. Сюда очень хорошо входит бур, палатка, снасти, может быть еще что-то. При этом, вот, если говорить о рюкзаке, то не обязательно покупать именно рыболовный рюкзак, они, как правило, дороже. Достаточно купить обычный туристический, литров от 80 до 120, в зависимости от того, что вы с собой носите. Кстати, вот у меня еще кан здесь тоже, вот он такой узкий, ну, такой стандартный черный, он тоже помещается в рюкзак. И вес рюкзака всего килограмм 10-12, можно носить целый день, абсолютно не уставая. Вот. А еще важный момент тоже, вот когда я пешком хожу, в том году у меня костюм был, так скажем, не очень для пешей части. В нем я потел, пока приходил, и был мокрый. А если вот холодно, то было некомфортно первое время. Сейчас вот я в этом году приобрел костюм, так скажем, более комфортный для пеших прогулок, да и вообще для рыбалки. И сейчас вот я вот шел минут, наверное, 10-15 и абсолютно не вспотел, то есть мне было ни холодно, ни жарко.
опять оторвало. Когда я пришел на место, погода изменилась. Подул сильный ветер, небо затянуло облаками, периодически вот идет снег. Я еще подумал, что хорошо бы хотя бы пару поклевок было бы за сегодня. Здесь такой резкой смены погоды. Когда я устанавливал последнюю жерлицу, самую дальнюю, на середине реки, вот, я опускал. В этот момент, как только захотел закрепить флажок, последовала поклевка сразу. При этом щука сразу стала выматывать, то есть она, видимо, схватила, заглотила и стала выматывать. Я ждал, пока остановится, но полностью катушка размоталась, и она так и не остановилась. Пришлось подсечь. Вот, сразу почувствовал какое-то солидное натяжение на том конце. Пытался подмотать ее, и в общем-то, наверное, через пару минут я подвел к лунке, но в лунку щука не хотела сходить. То есть я ее видел, там, наверное, было в районе, я так думаю, минимум 5 килограмм. Вот. То есть, как только возникли мысли, что делать, у меня, в принципе, с собой багор есть, щука пару раз дернулась и перекусила поводок. А дальше минут через 10, после того, как выставился, загорелся еще один флаг. Так, а вон загорелся еще один флаг. Я вот про второй случай расскажу. Чуть попозже, вот сейчас надо это вытащить. Прервала минут на 10 полет мысли. В общем, после первой поклевки минут через 10-15 загорелся еще один флаг, также практически на середине, то есть в самой в яме. Ну, дальше вы видели уже, я установил камеру, увидел, что щука уже разматывает, подсек, и через несколько секунд борьбы щука также перекусила поводок. Щука сегодня, похоже, питается на глубине. Около берега не было ни одной поклевки. Еще такой момент. У меня сегодня в джифтах только ельцы.
хорошо, очень живучие. Но когда их сажаешь на крючок, они бывают, накручивают петли вокруг основной лески, грузила. И эта вся система перепутывается, и периодически нужно проверять. Соответственно, если мы перетаскиваем жерлицы, то заодно и проверяем. Щука попалась, я всегда стараюсь не оставлять там жерлицу, а перетаскивать хотя бы на метр, на два, на три. Мне кажется, так эффективнее поступать. Сейчас небольшое затишье, полчаса флагов не было. Я переместил жерлицы, которые стояли у берега, немного глубже. Кстати, я думаю, это вот один из таких моментов, которые говорят, что щука вот была неактивна, а сегодня стала двигаться и кушать. Обычно она проявляет себя, ну, когда она активно ходит около берега, в любом случае. А сегодня около берега как стоят, так, в общем-то, и никто их не трогал. Вот. На улице, кстати, стало немножко теплеть. Ветер еще бы утих, было бы совсем хорошо. Вот немного вернусь к теме вываживания вот последней щуки. Я почувствовал, когда, что опять же там что-то весомое. Приходилось несколько раз стравливать леску. С одной стороны, такая возня увеличила время, то есть больше было вероятности, что щука перекусит леску, но с другой стороны, я вот, мне кажется, избежал сильных рывков на
прям на максимальном натяжении перед лункой. То есть, когда она подходила к лунке, она начинала активно драпать от этой, от света. Я стравливал. В общем, мне, можно сказать, повезло, потому что я вот после того, уже того, как я втащил ее в лунку и даже вытащил половину на лед, только в этот момент леска порвалась. Я вот сейчас представил, как бы я сильно матерился, если бы эта щука также перекусила бы леску. Вот сложно представить, 10 лет ловил, ни разу не было, даже близко. А тут вот в один день сразу столько случаев. Примерно час прошел, никаких шевелений не было, поэтому, наверное, можно смело собираться. По итогу получается, первый момент можно отметить, несмотря на слом погоды, щука с утра была активна, при этом слом этот погоды, это как переход с высокого давления на низкое, с одновременным изменением направления ветра и его усилением, а также повышением температуры. Если утром было, наверное, в районе 20 градусов, то сейчас не больше 10. Я и раньше наблюдал подобную картину. Если давление понижается, то можно рассчитывать на активность хищника. Если давление резко повышается, причем до предельно верхних значений, то можно сидеть дома, либо настраиваться на белую рыбу. Второй итог, наверное, главный сегодняшней рыбалки. Наконец, я дождался того момента, когда щука перекусит мне поводок. Ждал я этого долго, лет 10-15, наверное. Вот, соответственно, как только это произошло, причем произошло сразу дуплетом, первая и вторая, придется теперь переоснащать жерлицы на стальные поводки и ловить уже как нормальные люди. Возможно, здесь по первому льду подвыбили щуку. Я вот в следующий раз планирую на другую точку. Я ее присмотрел осенью также. Попробую там половить также жерлицами. Наверное, в течение недели. Вот такая вот сегодня рыбалка.